вкуснейшее печенье за одну минуту. Нам понадобятся продукты. Яичный белок 1 штука. Сахарная пудра 0,5 стакана. Орехи 0,5 стакана. Кешью, кедровые, миндаль. Кокосовая стружка 70 грамм. Шоколад черный 30 грамм. Начинаем готовить. Измельчить кокосовую стружку, орехи, шоколад. Белок взбить с сахарной пудрой и смешать все ингредиенты. Выложить на противень, поставить в духовку, разогретую, до 240 градусов. Через минуту выключить и оставить на 4 часа.